скипать катсцену эту, ну. Не, ну за чекпоинт и на воск спасибо большое. Да чего, блядь? Блять, иди нахуй. Сука, да что ж ты, блядь, бежишь-то куда?
Бля. Да охуенно, блядь. Говно какое-то, блядь. Я пытаюсь, короче, мою верхушку сбить. Но он тупо все равно в меня попадает чем-то. Комбинация какая-то не самая веселая. Бля. Ты хочешь так? Давай так, блядь. Заебал. Окей. Окей, страту я нашел. Еще, ну хочет по-ублюдски, да? Все, чтобы я это делал, да? Окей, хорошо. Будем по-ублюдски делать. Thank you.
Сука. Окей. Okay. Слишком сильно мимо бил. Как эту штуку сверху сбить-то я уже понял. Бля, я откручил ему хвост. Ему пиздец. Фу. Кота. Бой. Команда Р летит в тартарары. Наверное, это все. Подозрение есть. Фух. Тупо об него дамажиться нужно было. Вот, вот серьезно. А как у тебя прическа все время одинаковая остается? Какая-то колдунья? У нее вообще даже не сдвинулись волосы. Просто как были, так и остались. Не, ты не помирай, там сэмпай ждет, ты че? А я вовсе не колдунья. Ой! Чего? Мам, пап, что ли? А вы че, киборгов где-то взяли? Хуя вы? У вас что и такие есть? Сэмпай! Сэмпай! Атоса! Папа! Акаса! Акаса! Мама! Сэмпай! Сэмпай! Ну а ничего там у маман? Грудь, блядь, пятого размера. В бронекостюме. Милфа. Это хау. Кончуа. Охайо. Не тяжело. Не тяжело сиськам. Сиськам не тяжело, спине тяжело.
Да, все. Сутафу. Да, кура, шах, оба. Фух, Генгер. Тут Горыныч. Свиданище, спасибо, Даффи. Крейзу. Спасибо, мистер Некрай, спасибо, Хау. Привет, Роман. Спасибо, Роман. Ну, тут драконов не было. Какой-то ты робот был. Я сам принцесса, в смысле, да, был. Ну, смотри, я принцесса, блядь. Бородатая, нахуй. Очередная музыка для секса. Босман. Я ж под такую музыку могла начинаться прекрасная няня. Работала в бутике Перелёва, пока её парень не выкинул с работы. Так уж это ваше аниме по моей прекрасной няне. Там клёвый мультик в начале был всё время. Как я от аниме про киборгов перешел к моей прекрасной няне? Ты заметил, да? Прям ух! Прям щух! Прям как это... Смут! Гладенько так. Ух! Вообще никто не заметил. Отлично. А чё они там с сэмпаем-то это, да? Не? Ну ладно. Моя прекрасная няня на PS1. Все. Пройдено. Игра топ. Вот последний босс, конечно, так себе. Но в целом...